спартакиада находится в календаре, в федеральном календаре спортивных соревнований России. Поэтому все, кто приезжает к нам, имеют право получить спортивные разряды, получить звание кандидата в мастера спорта, мастеров спорта. Это очень важно, что Воркута сумела продолжить традиции, которые были начаты 15 лет тому назад. Спорт и Воркута, мы вместе спорт и Воркута. Спорт и Воркута, спорт и Воркута. Спорт и Воркута, мы вместе спорт и Воркута. Дружны всегда, 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 спорт и Воркута. Будет небесам жарко, сложат о героях песни. В спорте надо жить ярко, надо побеждать честно. Замерли вокруг люди, светятся экраны теле. Верьте, что рекорд будет, знайте, мы близки к цели. Мы верим твердо в героев спорта, нам победа как воздух нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Наверх сложен, лидерам сегодня трудно. Знаем, победить сможем, если совершим чудо. Судьи будут к нам строги, но в конце концов, поверьте, скажут нам, что мы боги, скажут молодцы черти. Мы верим твердо в героев спорта, нам победа как воздух нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Шествуй, Олимп, гордо, солнечной стремись награде. Ради красоты спорта, родины своей ради. Надо побеждать честно, надо жить на свете ярко. Сложат и о нас песни, будет небесам жарко.